Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. Так, у нас ивент, поехали, начинаем, как всегда, именно с него. Хотелось бы посмотреть, кстати, я пропал некоторые растения. Купил костюмчики. Ну, потому что сейчас только этим и остается заниматься. Так, секундочку, мне дают подобранную армию. А вот это вот, и почему здесь две вишни? Одна какая-то... Непонятно, а вот здесь вот понятно, вишня, да? Вишневая бомба, а вот это-то что за фокусы? Так, секунду. Идут уже зомби, что так быстро-то? Эй, подожди-ка, родные мои, давайте-ка угомонимся маленечко. Грибок, давай бомби по этому туристу. Руссу-туристу, да? Все дела. Эх, блин. Да ну, спокойно, что за ивент такой, который... Давай-ка вот так, наверное, бомбанем здесь. Нет, подожди. Погоди, ребят, а зачем так быстро, шустро-то? Зачем, для чего? Эй. Вот это было глупо. Потому что надо было... Блин, да я не смогу здесь ничего сделать. Ну, здесь только таким, конечно, образом всех подкидывать. Что мне это даст? Мне это даст, наверное, то, что я смогу взять бомбочку. Да, орех поставить. Нет, орех не будем пока вставлять с тобой. Грибы, вы будете давать мне энергию, э? Давай вот здесь вот взрыв сделаем. Отлично. Так, сюда поставим, наверное, орех. О, вот это совсем другое дело. Совсем другое дело. Так, раз, два, три, три ореха, блин. Ой, три гриба, давай вот так вот пульнем. Пульнул. А толку-то от этого, что тут запулякал? Им по барабану всем абсолютно. Слушай, да что ж такое-то? Я неужели не справлюсь? Тут сложно справиться, если честно. Погнали. Разбор полетов, друзья мои. По-другому это не назвать. Бомбу. Другого варианта не было просто-напросто здесь. Ну-ка. Давай. Залпом по ним. Так, сюда поставим орех на всякий случай. О-хо-хо-хо-хо. А что такой сложный ивент? Почему? И вот эта непонятная бомба, что это вообще за... Что это такое? Это... А, вот оно что. Блин, ну я-то не знал. Я же не знал, что это вот так работает. Будем честны. Слушай, я, по-моему, этот ивент не пройду. Хочешь верь, хочешь не верь, а... Вряд ли у меня получится. Ты посмотри, что тут делается. Даже грибы мне, наверное, здесь не помогут. Так, хотя, подожди, если мы успеем с собой так вот сделать. Ноль эффекта. Я ничего не увидел здесь сверхвыдающегося. Ну вот куда ты бежишь, а вот объясни мне. Ну, в любом случае мы пройдем, потому что, друзья мои, это последние зомби. Даже если мы с тобой сейчас потеряем все газонокосилки, мы их все равно сможем победить. Ну, ивент какой-то сложноватый. Ну, мне, по крайней мере, так показалось. Давай сюда вот. Хопс. А почему дубликат? А, дубликат вот так он работает. Дейч, он именно дублирует вишневую бомбу. Я-то просто и забыл про него, если честно. Ну, сейчас съест. Ну, съест ведь, а. Ну, ведь сожрет, ведь даже не поморщится, а. Ну, ты посмотри. Мой там грибок, конечно, пыхтит. Дает мне энергию мизерную. Давай, вишенка, ну пожалуйста, ну сделайся, ну. Давай, все, бомбим, друзья мои. Прошли, не потеряли ни одной газонокосилки. Фух, капельку меня это напрягло. Ну что, давай открывать пиньяты. Ох ты, а это что такое? Что это за... Первый раз вижу вот эти вот растения, если честно. В первый раз. Ну ладно, мы с тобой прошли. Повторить, говорят, да, нам? Повторить. Хочешь повторить? Ладно, давай повторим. Очень интересно. Я посмотрел рекламу, а мне даже не дали второй попытки. Странно. Ну-ка посмотрим, что у нас там на арене происходит. Хотелось бы глянуть. Ох, друзья мои, вот эти вот 20 пиньяточек я с удовольствием пооткрывал. Мне понравилась награда. Так, меня сместили, блин, на второе место. Какой-то Эрис ФС-32.
Сместил меня, да, все-таки? Да, его догнать будет тяжело, но тем не менее я хочу потратить свою бесплатную попытку. Так, дай бог вспомнить мне, что же я тут применял. Так, ну, во-первых, горохострел, может быть. Почему ты так долго думаешь, что там происходит? Так, ага, вспомнил. Короче, берем с тобой горохострел, точнее, это даже скорострел, плюс берем с тобой эту халапеньо, перец. Дальше нам понадобится здесь клевер. Так, чтобы наши растения не замораживались, нам понадобится. Вот жалко, у меня нету огненного горохострела, да? Он бы здесь вообще мне очень хорошо пригодился. Так, берем с тобой вот этот вот катапульту огненную и подсолнухи. Ну, можно было бы, конечно, и без них справиться, но все равно, ребята, я их беру. Ну что, поехали? Let's rock! Так, выставляем с тобой вначале вот на этом ряду наши вот эти вот маленькие подсолнухи. Дикие. Ну и поехали. Как ты видишь, у нас здесь с тобой есть ячейки, да, на которых у нас могут сразу же применять под удобрением удары. Поехали. Так, сюда. Так, да, давай, давай. Блин, мне нужен перец. Друзья, вам не нужен перец. Блин, все заросло опять, а? Так, подожди-ка, может быть, нам лучше вот так вот сделать для начала. А теперь вот таким вот образом. На шарики вали отсюда. Ты... Опа, 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 на. С какого, блин, вдруг перепуга? Давай, короче, выкопаем здесь. Угу, промахнулся, да? Понеслась душа в рай. Давай еще раз перец халапеньо. Не надо, не надо здесь буянить. Так, энергию всю подбираем с тобой. Так, с какого перепуга там йети у нас наверху идет? Вот объясни мне. Ну-ка, если я бомбану. Блин, я перец не поставил. Так, выкапываем с тобой здесь и выставляем вот так вот. Так, пока вроде бы лидируем, да? Пока. А, этот подошел. Давай вот этот вот выкопаем здесь и поставим вот так. И вот таким вот, ребят, макаром, короче, выкапываем, выставляем, выкапываем, выставляем. Нормуль. Так, сдуть надо тут, лишний хлам прилетел. Не-не-не-не-не-не-не, парень, так дело не пойдет. Так, там уничтожили. Ну куда же вы, блин, гаденыши, идете, а? Так, применяем сюда перец. Гаргантюа явился, да, не запылился. Что можем с тобой сделать здесь? Что мы можем с тобой здесь сделать? У меня ни перца нету, ничего. Ладно, его раздавят, фиг с ним. Его сейчас раздавит газонокосилка, конечно же. Так, еще один наверху идет, а? Выкопать могу, могу выкопать. Так, замечательно, пока все хорошо, все отлично. Этот гаденыш пролетит. Тут-то что у нас, с какого, блин, перепуга вдруг все позамораживалось-то наверху? Так оно и заморозится, потому что у нас с тобой там нету, как говорится, утепляшки, которая должна стоять и отогревать их. Пират еще ползет. Вжариваем. Так, перец халапеньо, куда мы его? Наверное, сюда, по централке, да? Бомбанем. Так, сколько там? 3 секунды последние. Но, друзья мои, победа будет за нами. Понятно, что мы выиграли оппонента. Ох. Да, если бы у меня был бы еще огненный горохострел, было бы вообще великолепно. Ну, и так сгодится. Получаем с тобой 10 конфет. Слушай, я хочу получить себе... Подожди-ка, разве не должно обнулиться? Не обнулилось. Короче, смотрю рекламу. И мы с тобой сыграем вот за эти 8 пиньят. Ну что, поехали. Понеслась, как говорится, душа в рай. Опять то же самое с тобой выбираем. Утепляшку. Кстати, здесь почему-то нельзя брать горячую картошку. Ты заметил, да?
Вот катапульту огненную можно брать, а картошку нельзя. Ну что же, тогда приступим. Берем халапеньо, берем с вами клевер. Берем клевер. Так, дикий подсолнух. Кто еще, кто еще? Вот этот нам нужен будет. И последний — это горохострел. Кто-то берет тройной, да, вот этот вот. Но я не беру. Хотя можно, в принципе, взять его вместо клевера. Да ладно, мне и так нравится. Ребят, как у нас идут дела? Давай выставлять. Хоть нам энергия солнечная падает с небес, да, как мана небесная, но бывает порой ее маловато. Смотри-ка, что тут. На рогах у него, да? Типа рогатка. Я, кстати, вот этим вот чудиком не пользовался. Сразу же уничтожил мне подсолнух, а? Посмотри на него. Так, погоди секунду. Погоди, 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 давай. Вот так вот делать. Так, пошел, пошел замораживать он мне. Все мои цветочки, все мои растения, да? Ну, а мы с тобой делаем так же, как и делали. Выставляем горохострелы. Че он тут не уничтожает? На! Хорьки эти еще плешивые. Пока вроде бы все нормально работает. Клевер нам здесь не понадобится. Так, секундочку, что там у нас творится? Ох, кипиш-то какой-то, посмотри. Оу-оу-оу-оу, заморозили. Давай оттаивать их быстрее. Огненная катапульта. Дынь, 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 дынь. А этот выжил. Этот хорек у нас выжил. Так, ну-ну-ну-ну-ну, Йети упал. Йети упал. Так, давай вот так сделаем. Клевер применим с тобой, чтобы сдуть. Так, секундочку. Надо вот здесь вот поменять кое-что. Во-первых, ударить. Это раз. Во-вторых, вот так вот. Блин. Так, там зомби идет внизу. Внизу идет зомби. Давай, наверное, вот так с собой поменяем здесь. И вот тут тоже выкопаем и поставим. Так. Блин, мне даже перец некуда влепить. Да чего уж там про перец говорить. Он тут все мне... Давай сдувать. Давай сдувать. Так, что дальше? Так, подожди, гаргантюа пошли. Пошли у нас тут гаргантюа. Нужно их уничтожать. Ну, как-то так пока. Так, выставляем сюда обратно подсолнух. Энергия нам падает. Сюда поставим катапульту. Так, а этот замороженный, да, стоит? Надо его, ребят, отогреть. Судя по всему. Вот так вот сделаем. Блин, как меня бесят вот эти вот хорьки. Вот серьезно, я говорю, хорьки просто напрягают. Давай вжариваем. Сдуваем этих всех олухов, они тут нам нафиг не нужны. Так, неужели пройдет, а? А почему у меня нету этих удобрений? Почему не дают? В чем проблема? Так, все равно я пока на первом месте, я лидирую, ребята. И это очень классно. Победа за нами. Ох, так, мы должны с тобой получить 8 пиньят, по большому счету. Надеюсь, они меня тут не обманут. Все, обнулилось. Давай открывать. И смотреть, что нам здесь выпадет. Так, ядовитый гриб. 10 штучек. Нормуль. Так, ледяной горохострел. Он у меня еще не открыт, ребят, поэтому я не знаю, сколько он там. Так, редька летающая. Так, немножко не хватает для того, чтобы... Во, 30. Дейзи чайна. Что же это за растение такое, а? Ребята, если кто знает, напишите мне в комментах. Ой, солнечный бобенок у нас, ребят. Бобенок. Солнечная фасоль, так назовем ее. Может, у нас улучшится. Все, ну я считаю, неплохо, ребят, получили мы с вами. Я лично доволен.
Так, нет, конечно, можно еще посмотреть, по-моему, два раза, да? И мы с тобой можем получить две перчатки, это, то есть еще четыре раза сыграть, это полностью ивент можно пройти. Но я думаю, что вам будет неинтересно это все время наблюдать, как я в один тот же ивент играю. Так, ну давай посмотрим, где у нас этот солнечный, вот он, солнечный зайчик. 1000, да, нужно, чтобы улучшить его. Давай, до 2 уровня. Отлично. Получили, улучшили, как говорится, и то ладно. Так, можно посмотреть это за гемы. Так, а что у нас здесь в магазине есть, интересно? Может быть, так, бесплатно, конечно, я хочу посмотреть, ребят, что здесь нам выпадет из этой пиньяты. Угу. Гресс. 10 карточек, да, дали нам. И все. Пока все. Так, за 5000 у нас здесь... А, ну это Snapdragon. Вот эти, кстати, я тоже покупаю. Почему у меня и денег не стало, ребят? Я все тут покупал. Все, что давали. Вот, за 25 конфет можно, например, себе купить мяту. 25 штук. Слушай, ну я бы хотел, конечно, бы взять. Вот, например, на Snapdragon мне не хватает совсем немножко, чтобы его поднять по уровню. Как раз вот эти бы... 20 карточек бы мне хватило бы за глаза. Ну что, давай посмотрим, что там дальше у нас есть по прогнозу дня. Как видишь, я имею 73 короны, да, нам не хватает чуть-чуть. Можно было бы, конечно, целую серию этому посвятить, как я обычно прохожу это все. Но мне хочется глянуть на доп. Уровни, где мы с тобой, да, у нас... Подожди-ка, это в откате или я могу... получить. Ну-ка, давай посмотрим. Пройдем с тобой один уровень, посмотрим, если у нас будут даваться пиньяты, то будет классно. Потом можно будет сходить на пиратов, да? Там тоже можно пофармить. Ну что? Угу, по умолчанию, все, я понял. Нам ничего здесь не дают. Так, и здесь, по-моему, будет у нас шторм, да? Песчаная буря, где будут вылетать зомби. Ну, я тебе скажу, что это все проходится на изи. Так, капуста давай бомби. Удобрения дали, это хорошо. Тут, кстати, удобрений будет целая куча. Поэтому мы их будем тратить здесь безбожно. Ну, давай, давай, давай этого олуха разбомбите мне. И всего лишь тут будет две, как ты понимаешь, волны. Так, это на всякий случай я поставлю сюда капельки, да, чтобы они стояли и могли замораживать. Так, подожди, здесь-то у меня на этой линии никого нету. Так, ну что, ромашка, пускай бомбит. Пускай бомбит, поставим в помощь катапульту еще одну ромашку. Потому что ромашка бумеранг, я не знаю, почему и ребята они так сделали. Почему у них именно такая ассоциация? Ромашка, именно бумеранг. А вот и песчаная буря уже, да? Маленькая пока еще была. Кстати, вот здесь вот две ячейки у нас свободные, с вами надо их заполнять. Тем более, там, видишь, уже зомби идут. Прикрываются своими фресками. Так, можно заморозку их тут поставить. Вот против них очень хорош, конечно, вот этот вот бумеранг. Тише, такие звуки. Шептуном, ё-моё, дает. Ну что, пока все очень круто, все очень легко. Все на изи. Так, капуста, иди сюда. Тут заморозку влепим. Так, вот здесь можно уже будет орех поставить. В принципе, да? Вот она, песчаная бурька. Давай вот так вот сделаем с тобой. Все равно у нас много здесь будет, как говорится, этих удобрений. Капуста, все дела. Сюда бумеранг. Еще можно будет один бумеранг. Но незачем нам его ставить в данный момент. Хотя, что, незачем, поставим, пускай будет. Может быть, даже и орехи нам не понадобятся. Так, где-то еще должен быть Гаргантюа, должен выходить. Надо его подождать. А, он ближе, наверное, к концу второй волны притопает. Удобрение, как ты видишь, у меня уже фул. То есть мне уже можно спокойно тратить. Но я пока не буду. А вот теперь надо. Оу. Да еще тем более и не один раз.
дали росточек. Где Гаргантюа? Появись, подлый трус. Куда там спрятался? Так, еще можно применить удобрение, да, и еще одно. А вот он и Гаргантюашка вышел. Ну что, давай так сделаем с тобой, так. Еще вот так вот. Еще и таким вот образом. Еще и заморозку сюда. Все, ребята, пиньяту заработали. Довольно легкий, да, уровень был. Так, еще два гема мы с тобой заработали. Ну, спасибо. Еще пять. Еще две конфеты. Спасибо. Так, ну здесь будут первые самые растения. Типа как горохострел, который у меня уже пятого уровня. Так, двойной подсолнух. Ну и все, всего две дали карточки. Так, континент, давай-ка мы сходим с тобой сюда. Заберем наши награды. Все, спасибочки. Так, выиграть на арене. Ну, это я уже сделал. Так, ивенты. Слушай-ка, вот здесь вот разыгрывается пиньята. Эпический квест Дейзи Чайн. Поехали, посмотрим, что это за эпический квест такой. Опа-на. Так, танцоры, да? Танцор диска, все дела. Да ну, ну серьезно что ли, блин? О, кстати, нам дают испробовать вот эти вот, ребят, растения. Смотрите, вот они. Так, банки, склянки выставляют здесь. Что же ты делаешь, цветочек? Что ты там пыхтишь? Он пыхтит, ребят, пыхтит вот в разные стороны. Смотрите, каким образом. То есть, это единственное растение, которое может атаковать, судя по всему, да? Хорошо, мы сейчас посмотрим, как оно это делает. Вот сюда я его влеплю. А, он еще и плюется. Все, все, я понял. Блин, горелый. Так, давай-ка мы замедляшку, наверное, сделаем с тобой. Что-то мне кажется, что он какой-то слабенький, нет? Что-то как-то пим-пим-пим-пим плюет, а... толку мало. А, он еще и... подожди, он еще и замедляет, что ли, их? Или мне показалось? Не могу пока врубиться, если честно, что он там делает. А, он стреляет даже с конца. Вон, видишь, он у нас может отсюда бомбить. Не обязательно рядышком устанавливать. Все, я понял. Так, тихо, 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 тихо. Музыканточка, где ты там, блин? Вон, он облако, видишь, выплевывает. Слушай, прикольно. Это что-то между Сталией, да? И Редстингером. Такая вот смесь. Слушай, ну это прикольно на самом деле. А что же он делает под ультой? Можно глянуть? Воу-воу-воу-воу-воу. Ты понял? Выплевывает вот это вот ядовитое облако. Так, подожди. Что-то как-то тут не все очень хорошо. Давай сделаем вот таким вот образом. Слушай, ну прикольно, у меня, в принципе, это ромашка. Это даже не ромашка, это, скорее всего, как они там? Как эти цветы-то звать? Я уже забыл. Как гвоздики в голове кружатся. Нет, конечно, не гвоздики, это по-другому. Смотри, как они фигарят. То есть издалека они бумеранги такие как бы выпускают. Воу. Слушай, крутой цветок, хочу его. Но он наверняка донатный. А может быть и нет. Классно. Тут вообще, по-моему, у зомби шансов даже нету. Ни единого. Просто вон, расстрел тотально идет. Офигеть. Ха-ха-ха. Круто. Блин, а я вот это вот могу? Нет, это вот... эту ерунду я не могу выбрать. Так, куда вы разогнали? Замедляшка, замедляшка. Классный цветок, на самом деле. Очень такой многогранный. То есть он и облако выпускает, да? Еще при этом атакует. А облако, как говорится, не просто замедляет, а он просто останавливает их вообще. Было бы прикольно, если бы он еще мог назад плевать. Классно. Полная остановка зомби, смотри. Когда выходит вот это газовое облако. Видишь? Шикарно. Блин, крутой цветок.
Очень крутой. Прошли. Так, ладно, это первая часть, да, у нас из этого эпического квеста. Мы с тобой продолжаем дальше. Тут еще... Сколько там нам? Ух, еще долго бомбить. 5 этапов. Как ни крути. Так, защитить должны мы с вами. Блин, вот это плохо. У нас с тобой ограниченное... Еще и бегун здесь. А что же вы мне дадите? Дают мне вот эти вот цветочки. Так, тихо ты там. Видишь, вначале почему-то они плюются просто, а потом они начинают уже действительно бомбить вот эти вот свои бумеранги. Может быть, они как бы накапливают свою силу. Потом у них что-то меняется там. Ну что, все редки вроде бы забили. Видишь, остановка полная. Это прикольно на самом деле. Так, нам не будут давать, да, я так понимаю, ни орехов. Хотя, вот что у нас есть. Вон, смотрите, ребята, видите, фасолина у меня в памперсах. Это костюм я такой приобрел. Купил за 5000 голды. Так, фасоль, наверное, я пока не буду трогать. Видишь, смотри, вот они вначале плевались, теперь уже... Погоди, 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 съешь. О. Че, он просто раздавил, что ли, мне? Блин, горелый. А успеем ли мы этих зомби с тобой уничтожить? Вот меня теперь какой вопрос интересует. Уничтожили, успели. Так, значит, мы с тобой не трогаем больше пока. Ульту. Так, тихо. Фасолины. Такой в памперсах прикольно смотрится на самом деле. Давай, бомбим. Бомбим этих олухов. Да куда ж ты гонишь-то, а? Их там двое. Твою ж налево, блин, что-то как-то... О! Мое спасение только что было. Эй! Давай взорвем. Фух. Выживаем, чудо. Подожди, куда? Вот сюда надо ставить. Нет, конечно, хорошо, что вот это вот облако, да? Оно их просто останавливает. Дай сюда. Блин, вот это да. Они прокачиваются, действительно, эти растения. И видишь, какой уже начинает наносить урон. Колоссальный. Вообще обалденно. Весь этот ивент у нас будет, я так понимаю, закручен именно на этих вот цветочках. И в конце, скорее всего, награда будет именно вот эти вот цветочки. Там, я не знаю, может быть, штук 10 нам подкинут. А может быть, 20. Надо зайти в магазин, кстати, глянуть, сколько они чего стоят там. Или их действительно можно просто так получить. Ну, все, друзья мои, победа за нами. Получаем с тобой монетки. И переходим на следующее испытание. Так, а сколько у меня сейчас? 1600, да? А было у меня больше 80 тысяч голды. Но я все протратил. Не на задание, а именно на покупки. Покупал паки для цветов. Покупал там еще что-то. Костюмчики за 5000 каждый там брал. Так, подожди-ка. Чампер, куда тебе влепить? Ну, блин, пушка. Че, одни чамперы, что ли, у нас тут будут? Да ну, хорош. Да ну, одними чамперами это невозможно проходить. Они сейчас пока будут тут 3 часа жевать. Плюс не забывай, что они у меня нифига не прокачаны. Слушай, а эти пушки можно вообще вот здесь вот? Кусаешь, да? Давай, кусай эти пушки. Ага, цветочки, наконец-то дали мне хоть что-то боевое. Наконец-то мне хоть что-то дали боевое. Давай, цветочки, не подведите меня. Так, вот куда этот мелкий ханорик идет, а? Да ну, что, они такие прям вот... Прямо такие вот сильные. Прям такие вот жесткие. Да быть такого не может. Так, чамперы, давайте вот сюда вставлять. Раз здесь пушки, можно их смело вон туда выставлять. На самое начало. Так, выставляем сюда. Опа-на! У нас там с бочки чувак идет. Если ты не заметил. Да что ж такое-то? Не надо выбрасывать их здесь.
Так, я его смогу вообще уничтожить-то хоть? Блин, у меня удобряшки нету. Сейчас, наверное, раздавят все мои тут цветочки. Весь мой огородик уничтожат. Хотя, подожди. Опа-на. Так, наверху паршивец идет. На этом, на бизоне, на буйволе на этом. Блин, что делать-то будем, а? Поедать их? Сложновато, однако, я тебе скажу. Это расколбас, жесткий расколбас идет, он мне нравится. Так, опять эти не чемперы, а эти чудики здесь. Главное, чтобы они не перепрыгивали и не уходили, ребят, далеко слишком. Так, сюда поставим, наверное, полянку. Сюда поставим шипы. Я что, не вижу, что просто. Просто туман фиолетовый со всех щелей летит. Так, куда ты там идешь? Вот так, совсем другое дело. Чемперы мои тут бедные уже уничтожены. Давай так вот сделаем. Окей, сюда, сюда. Так, давай-давай, лопай, бочка, лопай. Лопнула. Сколько там еще? Последняя волна, да? Последняя волна, ну, я думаю, что мы ее переживем. Никаких трудностей, в принципе, не должно и быть. Ага, там еще и Гаргантюа идет. Вот он, стоит. Давай его немножко покусаем. И шипы поставим туда. Чего ты там бухтишь мне еще, а? Вот, правильно его обездвиживайте, пока мои шипы там его бомбят. Все, друзья мои. Слушай, ну прикольные, прикольные вот эти вот цветочки, мне нравятся. Астры или как их там величать-то? Прикольно. Так, у нас еще, по-моему, два испытания будет, да? По идее так. Где тут у нас? Да, это четвертое и пятое. И каждое будет все сложнее и сложнее. Что на этот раз нам предложат? Давай посмотрим. Твою уж налево. Целая куча Гаргантюа там, и эти еще с танцорами своими. О, арбузы. А мы арбузы, мы арбузы, мы танцуем как медузы. Помните, да, этот большой, ух, мультик. Так, тихо, 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 роднульки. Давай без выпендрежа. Окей? Так. Сейчас, нет, вот вишневую бомбу мы с тобой сохраним. Она нам еще понадобится, я чувствую. Видишь, дымок летит и замедляшку им делает. Прикольно. Так, пиратов только не хватало мне здесь. Вот только, блин, пиратов мне тут не хватало. Так, разнесли в пух и прах. Так, тут будет три волны у нас. Удобряшку, спасибо большое. Не-н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 е, парень. Гаргантюа, блин, бесявый. Бесявый, друзья мои, Гаргантюа. Да чтоб тебя, ну-ка. Есть. Подбили мы его. Так, нам нужно с тобой, чтобы на каждом месте стоял вот этот цветочек, чтобы он, естественно, мог выплевывать замедляшку свою. Даже не то, что замедляшку, а обездвиживать врага. Ну-ка, пыхти. Пыхти. Так, можно, конечно, горохострела сюда врубить. Да что это? Что это такое? Почему такой мощный? Их уже двое здесь. Так, одного ушатали. Это уже радует. Так, давай сюда срочно. Просто не выпускаем их из замедления. Всех. Всех, ребят, колбасим. А ну-ка, арбуз, жарь-ка по полной программе там всем. Летунам и всем, кому не лень. Блин, он уже ломает. Ребят, он уже ломает мне цветы. Давит, но мы его уничтожили. И это не может не радовать. Ох, жесть какая-то. Смотри. Труба зовет, ё-моё. Так, что нам с тобой сделать надо? Так, наверное, лучше всего, да? Так, внизу Гаргантюа пошел. Они со всех щелей ползут. Атака зомби, друзья мои, атака зомби.
Давай, вжариваем им по полной программе. По сурепке им надавать всем. Иди ты отсюда, своего плешивого выбросил мне. Так, это последняя волна. Да, это, друзья мои, последняя волна. Как говорится, не отступать и не сдаваться. Отлично. Вот очень огромное преимущество, то, что этот цветочек делает обездвиживание. Пускай даже не очень на долгое время, но это офигенно. Не понял. В плане, это что такое? Что это за запоздавшие? А, видимо, они там, ребята, в замедлении стояли. В обездвижке. Фух. Ну и остается нам еще с тобой один этапчик пройти. И я думаю, что мы получим эти растения. Я на это надеюсь. Так, поехали. Фух, переведем дух, как говорится. Соберем всю волю, концентрацию в кулак. О, тут уже летающие. Грибок, да? Так, бонг-чой. Это как раз против... против летающих он у нас пойдет. Эк-эк-эк. Да ладно. Ты серьезно, что ли? Только перышки остались. Так, погоди-ка секунду. Давай, наверное, вот так с собой сделаем. Как мы знаем, что они могут перелетать. И, опа-на. Так. Ага, смотри, усиляет, ребята, наши цветочки. И они вот так вот начинают вжаривать. Так, спасибо за удобряшку. Блин, что происходит-то, а? Неужели пройдут здесь, а? Я не должен этого позволить, ребята. Не имею права позволить этим... Блин, неужели пролетит, а? Нет, ну пожалуйста, ну... Не надо, я не хочу, чтобы... Я хочу пройти идеально, чтобы без потерь все было, понимаешь? Чтобы все газонокосилки были у меня на местах. Ну-ка! Давай! Активировались... Мои цветочки. И это уже радует. Так, там летающие у нас. Так, вот сделаем. Так, стебелек, все дела. Ну, не надо сюда своих этих... Как их там звать-то? Попугаев вызывать. Так, наверху тут их что-то слишком много. Дай-ка, наверное, удобряшку одну потрачу. Так, внизу вроде бы более-менее еще по-божески, да? Сюда выстрелим с тобой. Ну-ка, грибок, взорвись там, пожалуйста. Отрави их всех. Ну-ка, опять. Активируем. Кстати, вот этой мяты, по-моему, у меня нету. Или есть? У меня есть, которая для бонг-чоя и для орехов. Такой мяты у меня нету еще. Я не заработал, не заслужил. Финальная волна. Господи, там кто? Идут по всем фронтам. Я отбиваюсь, ребята. Последний уровень, он должен быть суперсложным. Сам понимаешь. Так, тихо. Справимся? Надеюсь, справимся. Давай. Влупляем тут по полной программе. Так, срабатываем. Понеслась душа в рай. Ну, отлично. Фух, прошли. Ну что, остается нам с тобой только лишь получить награду и глянуть, что нам там дадут. Мне кажется, вот эти цветы. Я могу ошибаться. И надо зайти, наверное, в магазин. Так, ну вот она, пиньята. И смотрим, что нам из нее выпадет. Да ладно. Ты серьезно? Я-то думал, губы тут раскатал. А, нет, ребят, все отлично. Далее. Я думал, что здесь нам дадут одну карточку, а ты видишь, тут, оказывается, супер пиньята была. Чампера дали. Так, грибок любви. Или, можно сказать так, галлюцинаций. Так, монфловер, лунный цветок и все. Ну, я считаю, неплохо, друзья мои, неплохо. Так, ивент. Больше за пиньяту ивента нету, да? За конфетки только остались. Ну, за конфетки, если честно, я не хочу.
Не хочу пока играть. И хочу я вообще зайти на огородик свой и посмотреть, что у меня там созрело, а что не созрело. Можно мне зайти? Ну-ка. Угу. Давай голду. Так, посадим сюда и сюда. Что у нас тут? Сумрачная катапульта и огненная катапульта. Так, Жужу, давай-ка, наверное, вот сюда. Отлично. Минус 30 минут. Так, я еще, по-моему, не допрошел, да? Мне нужно еще получить две пиньеты. Одну-то мы с тобой заработали. В плане, а что ты мне опять тут показываешь? Что за восклицательный знак? Что тут тебе не нравится? То есть я должен забрать, ты хочешь сказать, да? Я пока не хочу. Пускай они пока стоят на месте там. Каши, как говорится, не просят. И мы с тобой, наверное... А вот тут вот есть вот этот супер уровень с черепком? Давай посмотрим. Есть. Есть, ребята. Ну что, попробуем. Блин, а зачем я сюда-то пошел? Тут же сумрачные растения. Господи. Ну ладно. Раз заглянул, кстати, в магазин, я так и не посмотрел, сколько этот цветочек стоит, или он вообще донатный. Чего? Чего? Вы серьезно? Вы серьезно? Вы сделали одних этих гаргантюа сюда повставляли? Молодцы. Офигеть, сейчас тут будет веселуха. Со всех временных эпох навставляли мне, а? Так, ладно, пока он бомбит наш арбузик. Если что, тут еще мина должна, по идее, сработать. Выставляем по всему ряду с вами эти арбузы. Вот идет-то, вот неугомонный. Я надеюсь, он... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пришли, пришли, явились, блин, не запылились. Давай-ка шмальнем. Так, они замедлились, Давай, вот так вот. А, он же еще этих своих халабуджи выбрасывает, я совсем забыл. Ну, пушка, сейчас же съедят тебя, вот. Успела сработать. Давай-ка шмальнем. Мину. Ну зачем ты сюда вот этого шитика бросил, а? Цитрон, ну шмальни, отлично, молодец, красавчик. Пушка, давай, опа. Так, что-то я чувствую, сейчас побежит волна. Нет, вишню я пока трогать не буду, пригодится. Давай цитрона влепим. О, теперь эти водяные пошли, да, у нас? Цитрон, ты пока там созреешь, его съели уже. Нормулька так. Пушка, бомби. Почему-то цитрон такой... А, нет, успел. О, вот это плохо. Вот этот, ребята, гаргантюа самый фиговый. Сейчас начнет тут своими волнами бомбить. Виноград. Замечательно просто, крутенько. Вообще замечательно. Уничтожаем, никому не даем шанса. Так, пушка, бомби. Ты тоже бомби. Так, виноград я, наверное, придержу для экстренных случаев. Так, экстренные случаи, по ходу дела, подкрадываются к нам. Ну-ка. Шикарный вот этот виноград. Тут уже не поспоришь, друзья мои. Очень шикарно он себя проявляет. Так, мне дали 3 стрел зачем-то сюда. Так, пушка, ну-ка, вмажь ему. О, мощные киборги идут. Так, морковка, морковка, морковка. Давай, цитрон. Смотри, что делает, а? Ты смотри, что делает. Ты дыш, тихо, родные. Ё-моё. Пушка, бомби. Блин, бомбическая сила, а. Так, цитрон, оживай. Блин, арбузы-то неохота потерять. Тут уже один арбуз всего лишь охраняет у нас территорию. Это не дело. Все, что ли, вы уничтожили? Бедный мой арбузик. Да иди ты в пень.
Хорош уже тут буянить. Блин, тут же у нас никого нету. Блин, придется тратить, ребят. Потому что, ну, тут вообще никого нету, смотри. Давай заморозку, наверное, применим. Этот просто вот этот чудик всех сносит волной. Вжариваем. Чё-то я не думал, что так сфейлюсь. Серьезно тебе говорю, не думал просто написать. Ну что, зарабатываем с тобой пиньяту. И кого нам тут дадут? Ну, 100 голды, это понятно. Так, 3 карточки на ночную катапульту. Сумрачную, точнее. И 4 ядовитых гриба. Все, да? Ладно. Ну что, можно, в принципе, еще, наверное, здесь разочек бомбануть. Или же все-таки пойти на другую локу, а? Давай на другую локу сходим с тобой. Глянем, что у нас там вообще есть. Например... Нет, танцоры как-то не очень хочу. Вот здесь вот будущее. Так, будущее. Посмотрим, есть у нас тут уровень такой. Вот он. А ну-ка. Ну тут, ты сам понимаешь, будут роботы всякие, да? Летуны, эти космодесанты. Поехали, попытаемся. Я надеюсь, тут будет мне давать абрикосик, точнее персик. Или вы только лазербины будете мне сюда втюхивать? Так, клевер мы с тобой оставим. Клевер нам, сам понимаешь, понадобится против летунов. Так, снапдрагон. Вот зачем мне сюда снапдрагона дали, этого я не знаю. Серьезно говорю, я даже ума не приложу, зачем тут нужен. Он слабенький здесь, по идее. Так, идут, летят летуны. Так, наверху. Наверху у нас с тобой никого, ничего не стоит. И это плохо. И это плохо. Сейчас, блин, съедят этого снапдрагона. Да? Съели, конечно же. Блин, вот эта техника, дайте мне, пожалуйста. А чё вы не даете мне? Эй! Ну, я поставлю сюда орех пока. Блин, с этими машинами мы вряд ли справимся на одних лазербинах. Это бесполезняк. Давай-ка сдуем эту армию всю. Армию непутевых. Чё-то вообще без шансов, по-моему. А нет, сломались, все-таки успели. Так, эти сейчас орех-то съедят. И начнется тут веселуха. Да идите вы отсюда, сдуть их всех срочно. Давай вот так сделаем с тобой. Ну что, по-моему, пора применять нам с тобой удобрение. Нет, 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 не надо. Так, смотри, идет Гаргантюа. Понятно, понятно, он начинает тут сжигать все на своем месте. Поехали. О, спасибочки еще за одно удобрение. Ну что, влупляем? Влупили, причем неплохо. Так. Летающим тут не место. Теперь предлагаю вот сюда вот влупить. Так, подожди, вот как раз вот там вот не хватало бы нам цитрона. Вот здесь вот, понимаешь? Вообще идеально здесь подошел бы. Снапдрагон давай сюда поставим. Прикроемся маленько. Так, секунду. Давай, давай, родные мои. Все? Нет, не все, еще один жив. Еще один ползет. Ну что, будем применять, наверное, последнее удобрение? А, мы без него обошлись. Новое достижение. Тайлд Дэниел. Достижение, это всегда приятно. Так, ну что, вот, ребят, последняя попытка у нас была с вами получить пиньяту. Кстати, вот эти вот дополнительные ячейки, они покупаются, ребят, за донат. Так, ну что, редиска и лазербин. Все.
Ну что, я считаю, сегодня неплохо поиграли, ребят. Так, надо зайти в магазин, посмотреть, что же это за цветочек такой, который новый у нас появился. В магазин. Так, наверное, даже не в магазин нужно идти, а в коллекцию растений. И смотреть, где он тут находится. Так, я пока не вижу. Ну, одним из крутых растений, вот для себя, я считаю, пока в данный момент, это вот это. Мне очень понравился порка этот, покр, точнее. Вот он, где этот цветочек. То есть, если мы с тобой накопим 100 семян, то, по идее, он должен нам открыться бесплатно. Как ты видишь, он не за деньги. Так же, как, в принципе, и вот это растение. Наверное, я, ребят, не уверен. Потому что вот эти вот донатные, тут написано 379 рублей. Понимаешь? Блин, еще сколько растений у меня нету, про которых я даже и знать не знаю, что они делают. Нет, ну мне давали как-то на имитах поиграть. Например, вот, вот этот вот бомба гранатовая, неплохо, она взрывается, да, и оставляет на земле свои такие кровавые семена, которые наносят тоже урон врагам. Блин, вот здесь вот чуть-чуть не хватило мне, совсем чуть-чуть, всего лишь 23 карточки, чтобы получить этого гомната. Гомната, гумнат. Ну, в общем, жевательное растение какое-то. Ну, ладно, будем тогда с вами закругляться. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в растения против зомби. Ну, а с вами был Рэй. Всем до скорого и удачи!